Медитация 30. Пустота. Величайший жизни день, когда вы не можете найти в себе больше ничего, чтобы выбросить. Уже все выброшено, и остается только чистая пустота. В этой пустоте вы находите себя. Медитация значит просто опустошите ум от всего содержимого, воспоминаний, воображения, мыслей, желаний, ожиданий, проекций, настроений. Продолжайте опустошать себя от всего содержимого, и придет величайший в жизни день, когда вы не сможете найти в себе больше ничего, чтобы выбросить. Все уже выброшено, и осталась только чистая пустота. В этой пустоте вы найдете себя, в этой пустоте чистое сознание. Эта пустота пуста только с точки зрения ума. На самом деле это изобилие, переполнение существа, опустошенного от ума, но полного сознания. Не бойтесь слова «пустота», оно не отрицательно. Оно отрицает только ненужный багаж, который вы носите по старой привычке. Он не помогает, только мешает. Он дает только тяжесть, огромную тяжесть. Когда эта тяжесть сброшена, вы свободны от всех границ. Вы становитесь бесконечны, как небо. Это опыт Бога или природа Будды. Назовите его как угодно. Назовите его Дхаммой. Назовите Дао, назовите истиной, назовите нирваной. Все эти слова значат одно и то же.